Всем привет! С вами Владимир, и вы на канале VIP, всерьез и понарошку. В этом здании раньше находился широкоформатный кинотеатр «Аврора» на 850 мест, который был сдан в эксплуатацию 29 февраля 1968 года. А 1 марта кинотеатр распахнул свои двери для кинозрителей. Сейчас здесь находятся всякого рода центры, студии, бюро, офисы и так далее. А неподалеку, на этой же улице Кривенко, стоит красивое старинное здание с более чем столетней историей. А рядом средняя общеобразовательная школа номер 7. На площади Победы, через дорогу от школы, возвышается обелиск Славы, величественный памятник воинам-павлодарцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник представляет собой три остроконечные стелы высотой 24 метра. По замыслу они символизировали единство партии, армии и народа. Кто-то считает, что это символ единства авиации, армии и флота. Открыт 9 мая 1975 года. Со временем на одной из аллей парка Победы, так стал называться бывший Первомайский сквер, были установлены бюсты павлодарцев, героев Советского Союза и мемориальные плиты с именами павлодарцев, погибших на полях сражений в годы войны. Более 2000 имен. К обелиску Славы приходят отдать дань уважения подвигу земляков и постоять у вечного огня, огня славы и бессмертия, который горит в память о павших в Великой Отечественной войне.
Thank you.